На протяжении более 25 лет визитной карточкой ювелирного дома «Максим Демидов» являются украшения с редкими цветными камнями, добываемыми на месторождениях всего мира. Эксклюзивные шедевры, выполненные руками уральских мастеров, включают в себя более 60 видов самоцветов. И главное, все драгоценные камни в палитре ювелирных художников с Урала исключительно натуральные. Ведь, перефразируя знаменитое выражение, можно сказать, что не все драгоценный камень, что блестит. Современные технологии позволяют создавать самые разные искусственные камни. Вот только значимость, а значит и стоимость искусственных камней, в десятки тысяч раз ниже, чем у природных. Действительно ценный кристалл, способный украсить образ и стать объектом инвестиций, кроме блеска, должен обладать рядом важнейших характеристик. То, что перед вами не пустая стекляшка, а природный камень, подтвердит сертификат. Это фактически паспорт, идентифицирующий драгоценный камень. Сертификат содержит полное описание камня, натуральный он или синтетический, характеристики цвета, чистоты, качества огранки, страну происхождения, способ и степень облагораживания, если камень подвергался такому воздействию. В отличие от рынка бриллиантов, системы классификации цветных драгоценных камней появились относительно недавно, что подтверждает все возрастающую популярность красочных минералов. В мире есть много авторитетных лабораторий, о которых стоит знать, если вы покупаете украшения, инвестируете средства в крупный камень или хотите получить сертификат на свое украшение для продажи. Ювелирный дом «Максим Демидов» сотрудничает со всеми гемологическими центрами, включая те, что завоевывали свою репутацию десятилетиями. Но каким бы статусом ни обладала лаборатория, зачастую по причине большого штата гемологов даже внутри одной компании мнения экспертов могут отличаться. Это связано с различным уровнем подготовки специалистов и их квалификацией. И главное, они не несут ответственности за достоверность информации. Все это не дает вам стопроцентной уверенности, что в сертификате даже очень известной лаборатории будут правильно указаны все характеристики камня. В отличие от заключений сторонних гемологических организаций, компания «Максим Демидов» как производитель несет полную ответственность за информацию, которая указана на бирке украшения, где в полном объеме и достоверно раскрываются все данные о камнях. Заработанный десятилетиями авторитет ювелирного дома, его безупречная репутация не оставляют сомнений в качестве каждого изделия. Здесь работают гемологи с опытом в профессии более 20 лет, получившие профильное образование в лучших вузах России. Вместе с основателем дома, Максимом Демидовым, они регулярно выезжают на главные каменные выставки в Европу, Азию, Америку и основные месторождения драгоценных камней по всему миру. Коллекционные, обладающие высокой ценой драгоценные камни, приходят к мастерам «Максим Демидов» уже с международными сертификатами гемологических лабораторий. Но на многие кристаллы, преимущественно недорогие или не требующие сложной диагностики, компания предоставляет собственные заключения. По желанию клиента мы можем дополнительно предоставить сертификат любой гемологической лаборатории России. К сожалению, на данный момент, в связи со сложностью законодательства и трудностями логистики, предоставление сертификатов зарубежных лабораторий не всегда возможно. Специалисты ювелирного дома «Максим Демидов» выделяют в отдельную группу такие драгоценные камни, как бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Это связано с тем, что у них достаточно непростая классификация по качеству и цвету, а также сложные методы облагораживания. При приобретении дорогостоящих украшений с вышеперечисленными кристаллами первого порядка желательно наличие сертификатов известных гемологических лабораторий, потому что многие рассматривают драгоценные камни как одну из важнейших инвестиций. Помните, что при прочих равных условиях минералы, сопровождаемые сертификатом от проверенного производителя, будут всегда в приоритете.